Всем приветик, мои дорогие. Мой голос немного простужен, но так в целом я себя чувствую великолепно. Вы мне многие пишете в директ, спрашиваете, куда я пропала. Я решила собой заняться. Я решила заняться своей фигурой и хочу вернуть свои прежние килограммы. Я мечтаю кружиться перед зеркалом в своем любимом красивом платье и любоваться на себя. Красивую, стройную, любимую. Я вообще хочу ощущать на себе легкость. Я думаю, что каждая девушка об этом желает. Я уже второй день держусь на воде. Представляете? Я ничего не ем вообще. Я пью только одну воду. Я стараюсь избегать все рестораны, кафешки. Потому что у меня цель. Что, готовы увидеть мою еду? Я уже 2 дня держусь на воде. Я эту воду пью, ем. Даже с ложечки ела сегодня кипяток. Да, я ее пью в различном виде, и холодную, и теплую, и горячую. Я даже подписала себе каждую бутылочку «Здоровье, стройность, любовь». Меня это мотивирует, и чтоб я не сорвалась. Сегодня у меня уже заканчиваются водные дни, и завтра я смогу есть еду. Но только пока что растительную пищу. Сейчас расскажу вам. Сейчас свои ощущения, как. Как я вчера себя чувствовала первый день. На воде. Честно, было нелегко. Но я держалась. У меня кружилась голова. Потом у меня заболела голова. Мне даже. Поташнивало, мне сильно хотелось спать. Сегодня с утра проснулась, чувствовала себя как огурчик. Голова не болит, настроение вообще прекрасное. Вот даже сейчас смотрю передачу про торт, мне вообще не хочется сладости. Хотя я настолько их люблю, я вообще сладкоежка. Но тут нужно чем-то жертвовать. Ну вот, знаете, что хочу сказать? Лучше эту еду в таз, чем в нас. Даже сегодня мне хотелось поесть в обед. Я пошла, попила водички, и все, мне перехотелось есть. Я утолила голод, чему очень рада. Я горжусь собой, я не ожидала, правда, от себя. Оказывается, у меня есть сила воли. Я буду продолжать в том. А к нам приехал наш любимый Экомаркет. Заметили изменения? Другие продукты, мой здоровый рацион, здоровое питание. Сегодня и завтра мне можно только растительную пищу. Поэтому я себе заказала орехи, грецкий орех, микс, семечек для салата, чернослив, компотная смесь, буду компотик варить. Вместо сладкого цукаты тыквы. Смотрите, какая вкусняшка. Орешки в меде. Так, свекла. Сегодня хочу сделать салат из свеклы с черносливом и грецким орехом. Также заказала овощи, кабачок, цукини, помидоры. Сегодня хочу потушить овощи. Так, из фруктов. Мой перекус яблоком. Сегодня хочу запечь яблочко. Персики. Ягода.
Авокадо заказала, сразу взяла мини-ящик, так просто выгодно. Так, мини-руккола, обожаю рукколу. Салат айсберг, говорят, очень вкусный, буду пробовать. Лист салата, редиска. Ну а как же без мяса? Через 2 дня мне можно будет белковую еду. Я заказала креветки, кальмары, рыбка. Так, здесь у нас телятина. Мне можно курицу. Ну, также и детям, и мужу буду готовить суп. Все в порядке, мам. Влюбляюсь в тебя, извиняюсь, люблю тебя. Вот мама, Василисочку в ленту. А это товар недели. Помело белое и ананас голд по выгодной цене. Сейчас я буду пробовать ананас. Какой он сладкий и вкусный. Попробуйте, закажите, не пожалеете. А у меня тут запекается яблочко с медом и с орешками. Одно мне, другое Диме. Это мой перекус на сегодня. Мой десертик. Ням-ням. Софиюшка, куриный супчик ест. Навести. Открывай. А, молодец. Так. Василиса. Папа Василису супчиком кормит. Василису фиг заставишь суп есть. А вот малышка у нас любит супчик. Да, Софишка? Василючек, давай кушайте вместе с сестренкой. А? И подмой. А мы застали первый снег. Ура! Сегодня снежочек. Ничего себе, первый день снега, да черт. А когда снег выпадет, что мы будем, кого лепить? Прикольная сумочка. Да, Василек? А какую ты игрушку просила, чтобы мама тебе купила? А что это у тебя? А если мама тебе не купит, то что будет? Ой, типа зимой обнимашечки. Ой, сладкие любимочки мои. Что там у тебя? Ну, домой придем, подстрижем цветочки. Какая красивая елка. Ой, уже все готовятся к Новому году. Дедушка Мороз. О, Снегурочка. Обалдеть. Сколько красоты. А тигрята где у вас? Вон. Угу. Вот они, тигрята. Скоро купим. Сегодня я приготовила салат с авокадо, с рукколой и с помидорками черри. Приготовила не только для себя одной, но и для любимого. Он тоже решил попробовать мой вкусный, полезный салат. И... Всем приветик. Я сегодня сливаюсь со шторами. Мне еще осталось перекрасить ногти под цвет свитера и вообще будет в цвет. Девчонки, читаю директ, вижу, от вас приходит огромное количество вопросов по поводу моего правильного питания. Но вы еще просите меня, чтобы я не только просто, да, выкладывала картинку еды, там, что я поела на завтрак или на обед. Да, солнышко. Но еще, чтобы я вам оставляла рецептики приготовления, там, как я запекла яблоко. Или там, чем я заправила салат. Окей, я все учту чуть позже, в ближайшее время. Я постараюсь там писать вам рецепты на фото. Ну, или видео снимать. Я что хотела сказать. Сегодня у меня заканчиваются растительные дни. И завтра начинаются белковые дни. И я смогу поесть мясо на выбор. Либо курицу, телятину, белое мясо, рыбу, там, кальмары, креветки. В общем, посмотрю. А вообще, я чередую весь этот процесс, соблюдаю правильное питание. У меня 2 дня растительные дни, потом это белковые дни. Я держусь как ремень, потому что я иду к своей цели. Я хочу быть красивой и стройной.
мои девочки, играются тут вдвоем в своей детской, две сестрички. Софи! Привет! Моя сладкая. Василисочка? Василёчек, девчонки, вы что делаете? Играем, мы собираем браслет. Браслет? Да, я собираю браслет. А кто потом вот эти все игрушки будет собирать? Я. Молодец. Ты моя умница. Как мамочка тебя учила, да? Поиграла с игрушечками и на место их убрала. Вот Софишка молодец. Складывает в коробочку. Помогает тебе. Все. Ты сейчас упадешь. Ты упадешь, и я снимаю. Хорошо тебе? И папа. Привет, привет. Привет, привет. Мы здесь. Ку-ку. 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 Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе? Малышарики, малышарики. Приходите поскорее, малышарики. Да. Ничего такого, то что нос. Скучно ведь играть по одному. А почему? Потому. Почему? Потому. Скучно же играть по одному. Из-за тучи протянула к нам лучи. Кто-то радость, кто-то радость. Наконец-то из песочка получились куличи. Тот радость, кто-то радость.
Сейчас хочу помыть волосы и лечь пораньше спать. Вы меня многие спрашиваете, чем я мою волосы. Мне нравится эта линейка, она одна из моих любимых. А я уже тут себе приготовила шампунь, кондиционер. Это маска-флюид для волос. Это что у нас? Увлажняющий спрей для интенсивного блеска волос. Это, кстати, не реклама, если что. И для завершения маслечко для блеска волос. Нереально пахнет, как духи Dior. Мои девочки сладкие, мы сегодня пораньше решили выйти на прогулку. Василечек, закружишься? Надели такой красивый тепленький костюмчик, как раз сейчас на осень, мама, по погоде. Ой, типа зимой, моя сладкая. Ну-ка. Что он говорит? Она говорит, мама, приедем в центр. В центр мы приедем? Зачура, ты хочешь такой же костюмчик, как у Софишки? Да, да. Тебе заказать такой же? Хорошо, мои девочки. Всем приветик. А мы на прогулке. Сегодня так холодно. Я утеплилась. Девчонок тоже тепло одела. Я уже чувствую, мне пора шапку носить. Но у меня есть капюшон, который меня спасет и согреет. Девчонки, сегодня лежала дома и разбирала директ. Вы меня снова спрашиваете по поводу базы. И много вопросов, где вообще я покупаю одежду своим девчонкам. Кто еще не знает про эту базу, я сейчас вам все подробно расскажу. База проверенная, лично я сама ей пользуюсь. Вы там можете купить любую вещь без наценок. В этой базе вы найдете все, абсолютно все, что продается в наших шоурумах и магазинах. Базе очень отличаются цены. Вы сможете купить любую вещь в 3 раза дешевле. У них еще есть доставка по всей России и даже доставка курьером. Поэтому покупайте базу, смотрите, выбирайте и покупайте, что вам по душе. После прогулки проголодались. Сегодня решили поужинать в кафешечке. Мой ужин. Рыбка палтус. Корочкой, вот, черный чай с чабрецом. Мне сегодня можно рыбку. Мои сладкие пельмешки едят. Сейчас мамочки налетят. Почему твои дети едят в кафе руками? Или не так они едят? Красиво. Вот так шарик, красавица. Ой, как классно. Василиска, катись! Как здорово, да? Да че? Аккуратненько, мальчик! Доченька, отойди, аккуратненько. А давайте вместе. Опа, нет, не надо лучше, да. О, еще этот мальчик пришел. Вот, молодец. Слази давай. Ну, с лёдкой. Thank you.
пришли мне воздушный поцелуй, и я тебе отвечу, это взаимно. Все, что вокруг меня, не волнует, волнует, ведь я тебя воскресила. Пришли мне воздушный. Девочки, хозяюшки, смотрите, что у меня появилось дома. Я себе заказала такую классную лимонадницу. В нее вы можете наливать различные напитки. Например, приготовить, сварить компот, а потом перелить сюда. Или приготовить домашний лимонад. Или, как я, сделать водичку с лимончиком. Здесь есть удобный кран. Открываешь, наливаешь себе водичку и пьешь. Правда, мне сегодня лимон нельзя, поэтому я водичку с лимончиком предложу Димульке. Кстати, я эту лимонадницу заказала на базе поставщиков. Я ее так давно искала. И там я нашла ее в 2 раза дешевле. Я вам оставлю ссылочку. Пользуйтесь, покупайте. Собирай резиночки, молодец. Сумочку. Софишка их сначала разбросала. И сейчас Влада в этот кошелечек. Давай-ка посмотрим. Молодец. Пока мои девчонки спят, зашла в сторис, чтобы поблагодарить вас. Спасибо вам большое за обратную связь. Я очень рада вам помочь. От души рекомендую эту базу. Это действительно большая экономия ваших денежных средств. Я сейчас вам еще раз проговорю про эту базу. В этой базе есть абсолютно все. Начиная от подгузников, заканчивая товарами для дома. Ну, там реально есть все. И детская одежда, и постельное белье, детские игрушки. Там даже продается детская смесь. И еще. Цены там намного дешевле. Вы покупаете базу один раз, и она остается с вами навсегда. И вы хорошо экономите. Кстати, мне сейчас отписались мои девчонки и сделали скидку на базу только для моих подписчиков. База сейчас стоит 189 рублей. Это нереально низкая цена. Дешевле вы нигде не найдете. Я оставляю вам ссылочку. Покупайте базу, поторопитесь, потому что ссылка будет действовать только 24 часа. Софишка, поцелуй мамочку. Моя девочка, любименькая. Мы смотрим ледниковый период. Папа пошла целовать. Вот еще одна моя любимая девочка. Ты сегодня так долго спала. Ты выспалась? А? Такая сонная. Зайка моя. Моя любовь. Давай ломай изнутри, не говори, но наши доставили до души. Давай ломай, давай ломай изнутри, не погоди. Это ты, что ли? Нет. Это не ты? Да. Это ты? Нет, не я. Корона. Корона. Теперь, братцы, и у меня корона. Я вместе с вами, братцы, коронован. Ха-ха-ха-ха. Коронован. Ну и что мне с тобой делать? Люби, корми и никогда не бросай.
Ой, догони, 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 догони. Ой, догони, 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 догони. Девочка там, да, Софишка. Василечек, а почему мы не пошли в остров мечты? Я потому что испугалась. Кого ты испугалась? Комната страха? А кто там живет? Какой человечек? Кто это, доченька? Лошадки там, да? Мы в игровой. Мини-казино. Для деток. Для взрослых, да? Ну, сколько всего? Давай я тебя отпущу. Иди побегай. Мы приехали в остров мечты. Василиска выпросилась. На улице не погуляешь, холодно. Здесь так круто. Вот она, Василисочка, дочуря, тебя потеряла. Ты в таком огромном лабиринте гуляешь. Ой, сколько радости. Иди с девочкой играйся. Круто. Сладко. Ну что, ты поедешь кататься? Кружечки, не хочешь? Слазим? Иди сюда. Все, вылазим. На чем пойдем? На лошадках пойдем?